А давайте я вашего сына забаню. А что такое бан? Сука! Чтоб он не мог пользоваться... Ну, вообще не играл в Майнкрафт. Блин! А, ну это хорошо, да. Все, высветилось там бан? Да-да-да-да-да. Негр спрашивает у белого: слушай, вот объясни мне такую вещь. Я когда родился, я черный. Когда я загораю, я черный. Когда мне холодно, я черный. Когда мне жарко, я черный. Когда я болею, я черный. И когда я умру, я тоже буду черным. А вот ты, белый, ты когда родился, ты розовый. Когда ты загораешь, ты коричневый. Когда тебе холодно, ты синий. Когда тебе жарко, ты красный. Когда ты болеешь, ты зеленый. А когда умрешь, будешь серым. И после этого вы имеете наглость называть нас цветными? Как выглядят мои учебники в начале и в конце учебного года? Самый часто используемый учебник – математика. К концу года, как и все учебники математики, уже без обложки, ты с подругой рисуешь там ракеты. Русский язык – учебник, который ты с подругой носишь по очереди. Ну и как говорит твоя училка по-русскому, этот учебник… Здесь ничего нет! Ужасный учебник, ни одного правила нет, ужас! Учебник по истории такой же старый, как и сама история. Этому учебнику плохо, им пользовались уже 40 лет. Географию в школу ты носишь только по праздникам. За год он открывался всего пару раз, и в школу ты его приносишь, чтобы сдать со всеми учебниками в конце года. О, господи, кто это? Это мой бойфренд. Мам, у нас цыгане дома! Мама! Это что за чупакабра такая? Ма, ну это мой бойфренд, короче. Салам пополам, матушка. Я батушка, господи, помилуй! Ма, ну ты чё? А дай нам деньжат на кофе. Я сейчас устрою тебе кофе! А ну вон отсюда! Пусть тебе твой мачо на кофе дает. До свидания, матушка. Алло, полиция, скорее приезжайте, меня скоро будут убивать. Как то? Мама, она же на родительском собрании. Нет, время паники, нужно как можно скорее драть всю квартиру до блеска. И молиться. Прыгать в окно? Высоковато будет. Бежать через дверь? Поздно уже будет. Может, я помою всю посуду, и она меня простит? Ай, какая посуда, там столько косяков. Соберу все свои вещи. Поеду в детдом. Нужно срочно спрятать все холодное оружие и ремни. Ай, блядь, чё я так парюсь? Я же уже 3 года как в школе не учусь. Мама ж на собрание из-за младшей сестры пошла. А-а-а. Беги, малая, тебе хана. Алло, похоронное бюро. А запишите-ка на всякий случай мои параметры. Нужно отдраить хату до блеска и молиться. Но прыгать будет высоковато. Просто заранее соберу вещи и пойду жить в детдом. Нужно спрятать все холодное оружие и ремни. Интересно, вам этой посуды будет достаточно или лучше еще попылесосить? Цветы для любимой мамочки. Кажется, я давно не звонила бабушке. Алло, ба, как дела в деревне? Можно я перекантуюсь у тебя пару дней? Вот вы там собирали деньги на жалюзи и новый паркет. А может, училка забудет и ничего про меня не скажет? Но это вряд ли. Я дома! Дочь, нам надо с тобой поговорить. Спит, что ли? Всего 7 часов вечера. Ладно, завтра поговорим.